случае, если инвалид по той или иной причине не получил техническое средство реабилитации или услугу и за счет собственных средств приобрел данное средство технической реабилитации или оплатил услугу, он вправе обратиться в органы государственной власти для получения компенсации за приобретенное техническое средство или оплаченную услугу. Выплата инвалиду компенсации за приобретенное средство технической реабилитации либо оплаченную услугу осуществляется в течение месяца с момента принятия соответствующего решения. В настоящее время, с конца 2014 года до текущего времени, возникла проблема, которая выражается в длительности перечисления данной компенсации в связи с тем, что с начала 2015 года полномочия по выплате данной компенсации переданы Фонду социального страхования. В связи с чем по обращениям граждан в Одинцовскую городскую прокуратуру нами подготовлено 8 исковых заявлений в защиту прав несовершеннолетних детей-инвалидов, которые не смогли получить своевременно указанную компенсацию за приобретенные средства технической реабилитации. В связи с этим разъясняю, что родители, имеющие детей-инвалидов, вправе обратиться в Одинцовскую городскую прокуратуру с заявлением о взыскании указанной компенсации за приобретенные средства технической реабилитации либо оплаченную услугу. К заявлению нужно будет приложить копию индивидуальной программы реабилитации, копию решения о назначении соответствующей компенсации, а также копию платежных документов, подтверждающие оплату приобретенных средств технической реабилитации либо оплату определенной услуги, предусмотренной программой реабилитации.